De înapoi pe mine, spune să aveți. Здравствуйте, ребят. Хочу дать совет, как опознать, если хороший пакет или нехороший пакет. Один из признаков, как узнать, если хороший пакет или нехороший пакет. У нас на улице сейчас порядка температура где-то 37 градусов Цельсия. Эти пакеты у нас стоят с утра, сейчас где-то 4 часа вечера. Они нагрелись ужасно, как сильно. Если бутил хороший, первичные герметики, вторичные герметики, если он хороший, либо первичный, либо вторичный герметик, то пакеты будут на одном месте. Если герметик плохой, то они отскользят, как бы будет лестница такая между ними. Покажи себя. Вот если мы смотрим на низ, то вот весь пакет он стоит на одном стекле там. И если был герметик плохой, то стекла бы сползли вниз от тяжести. Так что, если вы увидите, ложа стекла, что стекла не складывается вниз, значит, либо первичный герметик, либо первичный, либо вторичный герметик, хотя вторичный он больше для заполнения нехороший. Эти пакеты, они разгерметизованы, и их нужно выкидывать, они нехорошие. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на наш канал, смотрим дальше, что мы делаем.